Привет! В этой второй части видео мы с вами посмотрим, как же из вот такой вот фарфоровой тарелки с ручной росписью под гжель с летним мотивом мы создаем настенные часы. Механизм я уже подготовил. Стрелочки покрасил в классический черный цвет. И сейчас, собственно, будем собирать. В первой части видео вы смогли посмотреть, как я делаю эти дырочки, вернее, как я делаю отверстия сверлом для керамики. Ну, а сейчас сам процесс сборки. Поехали. Итак, все, что нам необходимо, это наша тарелка, часовой механизм с крючочком, при помощи которого он будет повешен на стену. И мелкие детальки, помогающие нам превратить эту тарелочку в настенные часы. Сейчас прикрутим, и все будет у нас отлично. Так, сейчас надо прихватить просто эти часики, так же, как и остальные, которые ранее были выложены на канале в видео, можно приобрести в частное пользование. Все координаты находятся под видео на YouTube, на Facebook и на eBay. Так. Вот механизм я уже прикрутил. Потом я его закреплю гаечным ключиком. Сейчас так бы как пристрелочно. Все. Теперь начинаем надевать наши стрелочки. Сначала, как обычно, мы надеваем часовую стрелку. А потом надеваем минутную. Есть. Ну и теперь секундную стрелочку аккуратненько, чтобы не сломать иглу, вдели. Берем нашу вот у нас получились такие часики, берем батареечку и вставляем в механизм. Но что у нас получилось? А вот что у нас получилось. У нас получились вот такие вот еще одни часы. Еще одни часы, которые отлично могут вписаться в интерьер именно вашей кухни. Так что, если хотите их приобрести, пожалуйста, пишите, звоните, выходите на связь, поговорим о покупке этих часов. Следите за обновлениями у нас на канале. Да, где моя собака? Где моя собака? Следите за обновлениями у нас на канале. Не забудьте подписаться на наш канал. Всем удачи, всем добра, всем позитива.